Бершева – это оазис с библейских времен, разросшийся до размеров большого города. Здесь достаточно зеленых насаждений и много разных птиц. За пределами города, где нет искусственного орошения, начинается полупустыня. Точнее будет сказать, опустынная степь. В такой степи взгляду особенно не за что зацепиться. Разве за какие-нибудь старые развалины или одиноко растущее дерево. В условиях постоянного зноя и отсутствия воды выживают самые стойкие. Из более чем 800 видов акаций здесь растет только акация тортилис. Их в нашей полупустыне можно сосчитать на пальцах. Но кому-то и этих деревьев слишком много. Деревья убивают медленно, раз за разом выжигая ствол возле основания. Таким образом, дерево со временем засыхает, и его можно спилить. Вот только кому это надо? Мне не ясна цель этих варварских акций. Может, фермеры хотят расширить границы своих делянок, но не все деревья, которые пытались сжечь, мешали развитию сельского хозяйства. Это фотографии еще двух деревьев, у которых частично обуглены стволы. Фотографии сделаны 2 года назад, в 30 километрах западнее Бершевы. Здесь могла стоять вот такая роща. Ведь, скорее всего, так и было, пока Homo erectus не взял в руки топор. На самом деле, мы сами создаем пустыни. И унылые ландшафты – дело наших рук. Исчезли животные, птицам стало негде ведь гнезда, зато змеи, скорпионы и ядовитые пауки теперь в изобилии. Обычным явлением на юге Израиля стали налеты полчищ саранчи. В природе у нее почти не осталось врагов, зато у людей их все больше и больше.